Дорогие наши женщины, женушки, подружки, лебедушки, молодушки, единственные сладкие доры. Ох и тяжко нам, мужикам, при жизни такой. Мы такие закрученные, замученные, забеганные, замотанные, затурканные, нервные, ошалелые, рассеянные, невнимательные. Ох и тяжко нам наши ластоньки, рыбоньки, воробушки, заиньки, кисоньки, лапушки, козочки, зореньки, птенчики, тростиночки, росиночки, звоночки, ручеечки, зазнобушки, малышки, умницы, куколки, царевны, богини, жемчужины сердца, сокровища наши. Ох и нелегко нам уделять вам внимание. Но есть способ, средство, лекарство, панацея. Есть путь к сердцу мужчины. И неважно, кто он: рабочий, колхозник, артист, дворник, президент, банкир, сосед или собственный муж. Этот путь лежит через желудок. Но никаких кафе, столовых, забегаловок, закусочных, запивочных, баров, ресторанов, пиццерий, шашлычных. Только дома. Сварите нам, хотя бы простой украинский борщ. Постный, жирный, на свином ребрышке, говядинки, курятинки, телятинки, с глиняной капусточкой, картошечкой, фасольки, бурячком, да зажарьте морковочку с золотым лучком. А еще положите укропчик, помидорчик, петрушечку, лаврушечку, душистый перчик, зажарьте сальцо, да со сметанкой, пампушками, зубастый чесночок, и это все под первачок, да под вашим уставшим, но страстным, нежным, любящим взглядом. И поверьте, на час, на день, на месяц, на годы, на миг будет у ног ваших вечно мужик.